Всем привет. Заехал в лес грибы посмотреть. Вот нашел один рыжик. Это вот тут возле лес кончается, там полянка идет. Но он уже замороженный. У нас сегодня ночью был мороз. Камера не хочет фокусироваться. Здесь темно. А тут уже срезали грибы. Тут там. Вот тут рядом вышло продолжение их семейства. Но здесь в лесу не было мороза. Здесь грибы хорошие. Сейчас срежем один и мой ножик. Грибы хорошие. Это свежие после последнего дождя. Сейчас будем собирать их. В этом году вообще грибов мало. Там много лисичек. Вот лисички. Но они уже старые. Это, наверное, недели 2-3. Там их очень много было. А там люди гуляют. Не взял с собой штатив. Не хотел вообще видео снимать, думаю. А так я их срежу. Грибы хорошие. Не червивые. Свежие. Чистенькие. Вот еще грибы. Тоже свежие. Я не знаю, их называют по-разному. Рядушки, синюшки, свинюшки, блин, как хотят. Но мне они нравятся. Они как резиновые, их солить хорошо. Ну, жарить тоже. Жареные я не очень грибы люблю. Вот такие грибы. Где-то я видел, пародия была на них, где-то я проходил. Режем. Хороший гриб. Вот тут сколько их. Вот они пошли. Вот гриб. Вот гриб. Вот, а вот тут целый ряд. Вот тут, а сколько их. У нас уже все, конец осени. Сегодня ночью мороз был -1. Если за лесом собирать грибы, уже замороженные, уже готовые мороженые грибы. Вот грибы. Но это уже большие, я такие не беру. Вот там сзади есть хорошие.
Вчера были на рыбалке с Артуром. Артур меня попросил заехать посмотреть, есть грибы или нету. Артур, грибы есть. Вот грибы. Вон там грибы. Но это тут уже много старых после последнего дождя. Вот такие красавцы. Набрать можно много грибов. Я думаю, еще пару дней, и, наверное, у нас зима будет. Морозы хорошие начнутся. Грибы свежие, чистые. И как они пахнут. Такие грибочки. Пахнут обалденно. Понюхайте. Только свежие лесные грибы так пахнут. Магазины не такие. Тут вон. Это тоже свежие, хорошие. У нас в этом году дождей не было в начале осени, в середине осени. Мало было. А вот сейчас рыжики вот только начинают выходить. И мороз. О, какой свеженький, хороший. Вот такой рыжик. Тут они в амху, вон там, по-моему, еще один. Вот еще один. Они в этом мху выходят, потому что постоянно влага. Вот еще один. Вот еще один рыжик. Это уже поганка какая-то. Так. Сейчас будем их аккуратно собирать. А, вот еще один. Малюсенькие. Молодые только выходят. Не потоптать их здесь. Вот еще один. Где вы? Рыжики. Говорят, их сырыми можно кушать. Вот он рыжик. Тут их целая куча. Значит, сейчас будем собирать. Вот еще один. Все, собираем грибы. Рыжика вам увидеть, тем более такого маленького, это надо очень хорошее зрение. А у меня зрение никудышное. Наверное, очень много пропустил. Ну да ладно. Сегодня воскресенье, погода тоже хорошая. Ночью был мороз, поэтому и выехали за грибами. Когда еще приедем подышать свежим воздухом, да грибочки свежие понюхать. Там моя машина стоит,
Сейчас, наверное, вот эту поляночку пройду. Да поеду домой. Тоже какие-то грибы. Вот грибов. Сколько? Это уже старые. Очень грибов много. Сколько их. Вот это уже посвежее. О, тут жалко, пропадает. И почему-то никто в этом году их и не собирал. Вон там моя машина. Все. Буду закругляться. До дому пилить. Грибочки набрал. Наверное, килограмм полтора. Мне хватит. Ладно. Всем пока. Я домой грибочки жарить. Всем счастливо. До следующего раза.